Так, миссия подвала МГУ. Да здесь, а чё? Какие трудности, блядь. Опять электрика барахлит. Наверное, это новые... И лифт постоянно застревает. Тревога! Это обычный рабочий. Закрыто. А что нам сделать? Найти лифт, ведущий на этаж подвал, связанный с туннелями. Попробуем, а что? У нас вчера сосед. Не стреляй! Не трогай меня! Эй, что такое? Не взаимодействуй. Кто это пришел сюда, дурак, блядь? Я подбил, да, меня сюда. Оп. Пойдет. Да, рабочего случайно спутал. Это, да. Видимо, питание отключено. Надо найти пульт управления. Блин. Там где-то я видел какие-то защелки, пойду туда. За что? Что? Собака, блин. Не тут, блядь. Блядь, не, а где? Сука, теперь ищи эту хуйню, где она есть. Еще не было? Блять, тут тоже никто не такого интересного. Блять, а где что-то? О, наверное, тут же. Бля, не, не тут. Так, это лифт, я понял. Ну что, давайте. Блядь, тупики. А, вот. Лейтенант, ты чё? О, она даже мерцает. Тревога заработала. А, блядь, нет, теперь сюда. И уже сюда идти, да? Ни хрена это не подворотничок! Посмотри на своего товарища. У него подворотничок. Окей, херня! Нормально, чё?
Иван, ты чё? Как лестница, буду знать. Внизу ящик пустой. Не стреляй! Не надо! Так, блять, забываю про сохранение, надо сохраняться чаще. Ух ты, блять! Походу пизда мне. Тревога! Так, то лучше. Видишь? Ну и все. Да, блядь! Да, ёбаный. На ППШ патроны заканчиваются, ребят. Чекование не надо. Прошли уровень.